проходит по распоряжению. Ребята, вы видите, что делать? А почему вы не можете зайти? Хорошо, давайте любого человека другого. А почему вы не можете? Вот иди сюда. Паспорт. Есть. Пропускайте, ребята. Да, по-моему, за учебник на кассе. Ну что, смеется, может, потом на вас ждать будет. Ради кого? Ради кого? Ради этого коррупционера, вора? Вы слушаете? Какой смысл? Какого там смысла? Это приемная гражданина. Пропустите нас, мы приемлены. Ну да. Чем я тоже не могу? Он не встречает, кабинет не видит. Сегодня к вашему митингу вы имеете, скажите, пожалуйста. Ну никакого, проходите. У вас предупреждения никому не пускать. У нас к вам претензий нет. Я хочу спросить, мы можем пройти по кабинету? Что человека встреча назначена, пропускайте его, хотя бы его. Скажите, у вас указание никого не пускать? Не, ну это нормально, вы считаете? Дайте нам пройти в порт. Ребята, ну зачем вам? Вас потом будут... у вас команда, скажите на камеру, у вас команда никого не пускать. Законные и незаконные приказы, сейчас власть снова поменяется, что дальше? И будете сейчас отвечать заново. Кто я бы навел, кого еще дали пройти, теперь к этим не даете пройти. Да никого не стоит, знаете. Все вместе взяты, вас лично, и вашей семьи, знаете. Нашли кого защищать, Николай Павлович. Человек, что хорошо. Николова до людей! 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 Пустите.